400. Эх, надо посмотреть, что мне зубная фея принесла. $100! Ура! Ура, мне зубная фея $100 принесла! Что-что ему зубная фея принесла? Ай, класс, 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 класс. Смотри, София, что мне зубная фея принесла. Ого-го, $100! А почему мне зубная фея ничего не приносит? Потому что у тебя зубы не выпадают. Почему они у меня не выпадают? Странная какая-то. Папа, папа! Что, доча? А когда мне зубы будут выпадать? У Саши выпадают, у Сеня выпадают, а у меня нет? Ну правильно, у тебя еще рано, это в лучшем случае первый, там через годик, а то и через два будет выпадать. Так долго? И мне что, зубная фея не будет приносить деньги? Ну, Сафуня, пока зубы не выпадут, конечно, не будет. Но я хочу, чтобы зубы выпадали. Подожди, Софийка, и у тебя будут выпадать, всему свое время. Я хочу подарки, а у меня на них денег нет. О, придумала! Я знаю, как сделать, чтобы зубная фея прилетела. Так, пластилин нужен. Сейчас я сделаю много зубов. Ну все, пожалуй, хватит только зубов. Положу в коробочку. Ну что, будем начинать. Пойду скажу папе, что у меня выпал зуб. Папа, папа! Да, доча? У меня зубик выпал. Как выпал? Так рано? Ну ладно. Ну положи его на ночь под подушку, должна фея зубная прийти, по идее. Я съесть, понесу мне, буду ложить зуб и спать. А теперь спать. Ух ты, $100! Ура, сработало! $100! Так, мне нужен новый айфон. Но этих денег не хватит. Надо еще пару зубчиков положить. Два. Раз. И два. Папа, папа! У меня еще два зубика выпало. А что они у тебя так сыпаться начали, София? Не знаю, папа. Ну, ладно, не пропадай же зубам. Капец, конечно. Под подушку клади, должна прилететь фея ночью. Ура, ура! Раз и два. Где мне спать? Спокойной ночи. Фея принесла $200. Вот это круто, 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 круто. Надо написать список, что я хочу. Итак, что же я хочу? Айфон, айпад, айподсы. Ну надо, мне денег не хватит, надо еще зубы взять. В этот раз возьму 4 зуба. Папа, папа! Папа, у меня 4 зуба выпало. Ты, наверное, конфет много ешь, а? Что это? Такое зубы у тебя, может, тебя к стоматологу сводить, а? К
Смотри, они же белые. Не надо. Ё-моё, ну белые. Клади под подушку. Что я, София, тебе еще могу сказать? Что это такое у тебя, а? Да, ура, ура. Зубы выпадают прям как у старичка. 6 зубов за 3 дня. Ничего себе. Это же каких 7. Ничего не пойму. 1, 2, 3, 4. Ну что, ложимся спать? Сколько там уже денег? Ух ты, 400! А что тебе уже? 700. Пойду Асяне покажу, что мне на зубы попадали. Асяня, Асян, смотри, сколько у меня денег. Это ж сколько? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. А где ты столько взяла? $700? Это зубная фея принесла. Как столько много? Ты же маленькая. Да, у меня столько зубов вылетело. И еще 10 вылетит. Ого-го. Ну ладно, у тебя что, 10 зубов шатается? Да. Странно это все. 7 зубов выпало. Пойду-ка я к папе. Папа, мне кажется странным. У Софии за 3 дня выпало 7 зубов. И говорит, что еще завтра 10 выпадет. Арсений, мне самому это странно кажется. Даже первые 3 зуба. Папа, мне 9 лет, а у меня только 5 выпало. Арсений, я вообще не понимаю. Что-то происходит. Ну, давай подождем, посмотрим. Так, а теперь возьму 10. 1, 2. Десять взяла. Папа, смотри, у меня 10 зубов выпало. 10 сразу? Ну да, вот. Капец. Ну ладно, иди под подушку клади. Надо ночью будет проверить, что-то мне это не нравится. Ну-ка я проверю, что тут происходит. Ага, спит уже. Так. Ну, денег у нее уже тут куча. Что это за коробочка такая? Ничего себе. Откуда столько зубов? Чего? Пластилин? Ну ты и хитрая, София. Мне надо тебя срочно будить. Доча! 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 Ну-ка, садись. Софийка, а ты знаешь, что зубная фея только один раз денежку за зуб приносит? А когда у тебя на самом деле начнут зубы выпадать, то тебе ни денежку София не принесет, ни новый зуб не вырастет. А что, я буду без зубов? Не, ну у тебя же все по-настоящему выпали, правда? Ну да. Ну, тогда ладно. Хорошо, доченька, ложись спать давай. Что же мне делать, как же мне быть? Надо как-то вернуть зубной фее деньги. Точно, положу под подушку. Может, заберет. Все, теперь спать. Хоть бы зубная фея мне деньги забрала. Ух, забрала! Ребята, не обманывайте зубную фею, а то зубчики не вырастут. Смотри! Теперь ты за это ничего не купишь, и я не смогу. Уже сколько долго ходим, и одни поганки. Я больше
я не хочу никаких грибов искать. Они мне надоели. Что значит надоели? Мы не можем вернуться домой с пустыми ведрами. Саша нас засмеет. Его друг нас засмеет. Забыла, что он две полных корзины набрал. Ну и что? Мне все равно надо забирать. Говорю, пошли домой. Все равно тут грибов нету. Есть, есть, только надо поискать. Все, ты как хочешь, а я пошла домой. Ты куда? Ты же потеряешься, тебе нельзя без меня. Нельзя, значит, иди со мной. Вот, блин, эта малая никогда меня не слушается. София, ну давай хотя бы по лесу пройдемся до дому. Нет, я пойду только по дороге. Как всегда, командует. Пойдем, София, ну быстрее, не копошись. Да иду я, иду. Ну быстрее, ну быстрее. София, стой! Ну что еще? Что еще тебе надо от меня? Грибы с тобой все равно не собрали. Давай быстрее домой идем. Окей, смотри, что я нашла. А что это такое? Я не понял. Дай-ка посмотреть. София, это же кошелек. Я знаю. Я же тебе говорила, не по лесу надо идти, а по дороге. А что, опять права, да? Ну ладно, права. Ался, так давай посмотрим, что там в кошельке. Ну давай. Тут деньги. Ого, сколько денег много. Вот это очень, мы с тобой же живем, вот это класс. Нет, София, это чужие деньги. Мама же с папой говорит, что чужие деньги брать нельзя. Пойдем лучше домой побыстрее. А дома и поищем хозяина денег. Сколько же там денег? Много. Возьми чуть-чуть. А все даже не заметит. Пойду-ка в магазин схожу. Вот это я классную штуканчую купила. Да, а все мне понравится точно. Он еще со светом и со звуком. Они меня не наугадят, потому что у них такого точно нету. О, София, где кошелек, который мы нашли? Я не понял, откуда у тебя новый нёс 2019 года? Ты что, потратила чужие деньги? Да нет, я не тратила все. Я чуть-чуть взяла. Все, София, отдавай все остальные деньги мне. Я буду их все охранять, пока не найдется хозяин. Это вообще-то я нашла, два наполовину делить. Половина будет у тебя, половина у меня. А когда найдется хозяин, мы их отойдем. Понял? Ладно, так и быть, поделю наполовину. Нерф, ты классный купил, только нерф мой. Не, наполовину. Да ладно, наполовину. 100 тебе, 100 мне. 100 тебе, 100 мне. Осталась одна пятерка. Она, как всегда, мне. Я не поняла, почему тебе больше? Просто 5 рублей нельзя поделить на 2. Как это нельзя? Все можно, потому что ты не умеешь. Смотри. На свою половину. Половина мне, половина тебе. София, ты что? Нельзя деньги рвать. Теперь ты за это ничего не купишь. И я не смогу. Ничего не знаю, да то полоно. Ох, эти мелкие. Ё-моё. Где он может быть? А, Саша, Арсений, София, вы не видели мой... Так вот же ж мой кошелек. Папа, это что, твой кошелек? Однозначно мой. Где вы его нашли? Я его полдня уже хожу ищу. Между прочим, папа, мы его в лесу нашли. Фух, хорошо, хоть он нашелся.
Папа, правда, София Нерф новый купила 2019-го. Ну и ладно. Главное, основная. Сумма на месте. Давай, давай.